Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я вам хочу показать, снова я сделала заказ в интернет-магазине Bugsdraw, заказала маме тут всякие, чтобы она делала себе всякую молочную продукцию, заказала ей различные вот эти пробиотические закваски, правильно так они называются, вот, и мама сегодня будет делать ряженку из топленого молока, да, домашнюю как раз на закваске, и плюс в этом интернет-магазине появилась косметика, так что я вам сейчас все покажу. Вот мой заказ, вот в такой коробочке все это мне пришло замечательно. И в этот раз я заказала маме йогурт, ряженку, творог и кефир. Вот мама будет делать. Она у нас любитель молочки, поэтому она сказала, сейчас тепло на улице, да, мам? Угу. Вот, дома тепло, на улице тепло. Как раз не нужно будет мучить эту духовку. Может быть, и вообще надо... Мне кто-то писал, что Наташа, лучше купи этот йогуртницу. Не мучай свою духовку, эта духовка сгорит. Вот, но... Можно и так заквашивать. Девочки писали, что они тоже делают вот из таких, как этих, пробиотических заквасок, делают и укутывают просто. Вот, так что мама также сегодня будет делать, она будет делать ряженку. Я всего взяла по 5 штук, то есть по целой коробочке. Вот, йогурт, творог и кефир. Ну, йогурт мы уже показывали, у меня уже есть на канале, тоже от Bugsdraw, кстати, очень вкусный получился, даже я не любитель молочки, его... С удовольствием съела с вареницем вкусным. Также сейчас ряженку будет делать, а потом мама еще хочет сделать вот такой творог. И вот видите, как здесь нарисовано? Так аппетитно нарисовано прям, да, мам? Со всякой зеленью, вот так вот, чтобы на булочку намазывать. Мне кажется, это вообще супер полезно будет и супер вообще, вообще супер будет. Вот, так что... Вот такие вот приходят. Тут, видите, вкладыш такой есть, где про все вот эти культуры, в общем, про все написано, рассказано. И вот такой пакетик. Вот, ну, я тоже уже показывала. Очень понравилось, хорошо заквашивается, никаких нет проблем. Вот, мне кажется, очень качественный. И храним мы их в холодильнике, да, мам? Да. На дверце в холодильнике вот эти вот штучки. Ну, как раз маме хватит. Потом, если что, я еще закажу. И у них появилась косметика, конечно. Как я могла пройти мимо? Когда мама попросила, я увидела, что есть косметика. Конечно, я сделала заказ с огромным удовольствием. Значит, я заказала на пробу скраб и две маски. Одну маме, одну себе. Маме я дала вот эту 35+, себе взяла 25+. Да. Значит, вся вот эта вот косметика у них, она обладает пробиотическими свойствами. То есть содержит фрагменты вот этих всяких полезных бактерий и также всякие продукты жизнедеятельности этих бактерий. Что вообще, мне кажется, очень здорово. То есть вы как бы внутрь и снаружи. Да, мама? Ну, мне кажется, это вообще классная история. И мне очень понравилась у них вот эта упаковка, что не надо никуда пальцем лезть, и сохраняются вот эти все полезные вещества внутри. То есть, ну, мне кажется, это очень классно. Я посмотрела, что у них на сайте. И также есть различные крема для лица. Там тоже разные возрастные категории различных... скажем так, проблем кожи, чтобы улучшить кожу. И у них есть линейка для проблемной жирной кожи, как раз-таки, которая действует за счет вот этих вот бактерий, которые вот, ну как, и как-то продукты жизнедеятельности их, да, которые содержат, они улучшают именно проблемную кожу, то есть улучшают работу сальных желез, действуют на регенерацию кожи, то есть у кого проблемная кожа, я вообще советую вам присмотреться, вот эта марка называется ProBioDerm, очень здорово, она не содержит, кстати, никаких, вот девочки меня часто спрашивают по поводу... ну, составов, да, вот она как раз без парабенов, сульфатов, гормонов, химии, не содержит также эта косметика спирт, что, мне кажется, тоже очень здорово. Насыщает витаминами, полезными веществами, выравнивает тон, сужает поры, стимулирует коллаген, эластин, в общем, видите, вот содержит лизаты бактерий, это вот, я там почитала, это как раз вот эти продукты
жизнедеятельности и фермент, или как-то так. Вот, регулирует pH, водный баланс, стимулирует репаративный процесс, активизирует рост клеток, укрепляет местный иммунитет, питает, защищает кожу, стимулирует микроциркуляцию и внутриклеточный метаболизм. Вот. Значит, мы с мамой уже потестировали все это, и я, и мама. И еще также я взяла вот такой скраб для тела, антицеллюлитный. Очень мне, кстати, понравился этот скраб. Вот он тоже, видите, глубоко очищает. Вот, кстати, состав, кому интересен, можете посмотреть. Вот, он, знаете, внутри такой, как песочек, очень хорошо выравнивает кожу. То есть кожа мягенькая-мягенькая. Я наносила на живот, бедра, ягодицы. И вот, ну, я говорила уже, что на ягодицах как раз-таки у меня очень заметно, работает косметика или нет. У меня ярко выраженного целлюлита нет, но кожа прямо мягенькая-мягенькая. Вот честно, девочки, очень мне понравилось. Видите, я уже сколько, уже половину точно на себя вылила. Вот, так что скраб мне очень сильно понравился. Маска. Маска тоже очень... Единственное, что она имеет такой запах... Мам, что за запах? Мне понравился. Маме понравился аромат, но он такой, знаете, чем-то напоминает, я не знаю, то ли кефир, то ли сметану, то ли что-то такое. Ну вот, да, наверное, какие-то кисломолочные продукты, то есть вот, ну вот как закваска, наверное, то есть вот такой натуральный, не химозный аромат у этой маски. Маска мне тоже понравилась, она хорошо напитала, увлажнила кожу, но у меня нет ярко выраженных пор, и... Вот эта маска на маме поработала намного лучше. Мама вообще в восторге от нее. Она сказала, очень классно, что сразу видно, что вот, ну, хорошая маска, действительно. Мама, тут у меня, видите, работает все в процессе. Как тебе маска для лица? Очень понравилась. Очень понравилась. Ну, кстати, на маминой коже вот эта косметика почему-то более заметна, чем на моей. Ну, так как я мажусь всем подряд каждый день, может быть, у меня уже кожа, знаете, не воспринимает ничего. А у мамы кожа даже стала посветлее, вот как мне кажется, да? Такая, то есть, ну, как немножечко отбелилась такая. Ну, может быть, да, может быть. Не знаю, вот когда я утром делала маску, вот. Ну, чем она удобна? Намазался? Самое главное, намазался и пошел. Ну да. И пьешь чайку, завтракаешь. В этом отношении она удобна. Не стекает, не стягивает ничего кожу. Ну, то есть я и забыла. Я потом вспомнила. Там надо 15 минут было, но я потом не знаю, я вспомнила. Я не помню, когда да, я. Да, потом ее просто нужно промокнуть салфеточкой, да. И все. В принципе, можно да, и на ночь оставлять, можно и днем. Да, если даже на ночь оставить, ничего страшного. Я говорю, вот не чувствуется ничего, я просто забыла про то, что. То есть никакой поможет. Ни пленки, ни высохло, нет, ничего. Нет. Да, она, кстати, очень комфортно тоже. Да, в этом отношении. То есть помазала, и не чувствуется, что там вот на тебе что-то такое. Вот оно высохло, и так вот. Так сидит, так нежненько, и все. Я потом, я говорю, я после завтрака вспомнила, что у меня помазано-то. Ну, пошла, обтерлась салфеткой. Нормально все. И кожа. Ой, кожа-то, конечно, некрасиво сравнивать. Ну, как у ребенка попочка. Да, очень мягкая. Нет, просто по составу она такая вот шелковистая стала. Пока. Ну, не знаю. Морщинки, конечно же. Ну, морщинки, да. Конечно, тут уже... Ну, сам вот по себе вот чувствуется кожа. Mm-hmm. Приятно. Приятно очень такая вот. Такая вот. Ну, все. Главное... Но она вот, я у мамы заметила, после этой маски, она стала, знаете, такая посветлее. То есть, yeah. Ну, не то, что осветлилась, а вот такой, ну, здоровый цвет лица. То есть, не тусклый такой, а вот очень... Ну, маме понравилось, да? Да, самое... Это понятно. Но самое главное, что никакой заморочки по намазыванию, и эффект есть. Вот самое, для меня самое главное. Вот так для мамы. Стоимость 55 рублей вот на сайте. Я вам все ссылки тоже оставлю. 55 рублей это за один пакетик. То есть за упаковку из 5 штук, вот как я взяла, да, 275 рублей. И вот скраб 400 рублей и маски по 270 рублей. Вот это вот антивозрастная мамина и мультивитаминная моя. В принципе, понравилось. Но вот я говорю, на маме как-то лучше поработала, чем на мне. На мне тоже. Вот я ничего вообще плохого не могу сказать.
против этой маски. То есть она хорошо напитывает, увлажняет кожу. И скраб мне очень понравился. Он такой, вот кто не любит жесткие частички, вот прям самое оно. Знаете, он такой, как будто как песочек внутри, который очень хорошо отшелушивает кожу. И кожа прям гладенькая на ножках становится. Так что, девочки, да, очень советую. Ну, а мы сейчас с мамой пойдем делать ряженку. Вот мама сейчас будет делать у меня ряженку. Да. Я вам уже показывала в покупках ленты, что я маме купила вот это топленое молоко. Да. Простоквашино свеженькое, специально выбирала там. И вот, вот эту закваску, которую я вам тоже уже показала. Тут, кстати, в каждой коробочке есть инструкция, да, что тут как делать, так что вот. И какие там есть эти самые... нюансы. И что можно готовить? И что, вот, какие закваски есть? Для каких как-то изделий, да? Ну да. И получается, там есть и ряженка, и варенец вот этот самый, есть кефир, йогурт, творог, сметану, мацони даже есть. Ну, в общем, куча всего, да. Но мама сейчас будет делать, как этот? Ряженку. Ряженку, да, да, не варенец. Ну, варенец, да, это немножко там... Да, там сливки нужны еще, да? Да, там сливки нужны. Вот, сейчас мама будет делать ряженку. Ну, а это, в принципе, это просто. Это делается, ну, тепленькое молочко, закваска и все. Топленое молоко только нужно. Ну, да, топленое молоко, да. То это есть, в принципе, вот... как йогурт, все то же самое, да? Да. Ну... Топленое молоко, я не знаю. Это очень долго, это муторно. Поэтому попросила вот это простоквашино, она хорошая сама по себе. Вот. И вот сейчас сделаем, и будет у меня молочко. Не да. Молочко, ряженка. Ну, ряженка, да, да. Вот сейчас, значит... У нас, кстати, в доме, в принципе, любитель молочки только мама. Да. До этого была на диете, а теперь, значит, у меня все прошло, и теперь дорвалась. Да, до этого маме нельзя было молочку. Да. Меня там спрашивали, помнишь, мы же йогурт с тобой делали, тоже снимали видео. Да. Меня спрашивали, что не продолжаете. Ну, нельзя было маме, поэтому, так как у нас в основном это ест мама. Да. Я, конечно, могу, нет, я, наверное, завтра съем, конечно, в охотку, так сказать, а потом, не, я не любитель, в итоге мама все съедает. Даже вот молочку, когда я покупаю какую-то, по итогу все мама ест. Да, она покупает, ты же покупаешь на всю семью? Да, я просто, знаете, такая, в магазин захожу, у меня это, глаза заведущие, руки загребущие, что называется, да, а потом приношу и не ем. Да. Причем могу маме сказать, ой, смотри, какое вкусное. Да. Мама спрашивает, ты попробовала? Я говорю, не-а. Ну, сейчас вот эти сделаем тепленькое, типа парного молочка. Такого, знаете, вот. И закваска делается легко. Вообще кастрюлька 2 литра. В чем-то много, но не важно. Нужно было оставить немножко. Вот сейчас поставим на огонь и делаем тепленькое. Что, мама уже нагрела? Да, она как парной должно быть. В общем, мы подогрели до тепленького. А теперь вот такая вот штучка называется. Прямо ряженка. И все. Вот так вот. Порошочек такой вот. Сейчас мы его перемешаем. И оставим. И оставим его... Ну, на ночь. Вот здесь вот прям накроем крышечкой. Я приготовила баночку. Угу. Вот, вот он сейчас растворится. И все. Помешаем. И все. А потом посмотрим, попробуем. А потом надо в холодильник убрать. Да, вот он когда заквасится. Вот. И вот такая вот ряженка получается. Она уже у мамы постояла в тепле, постояла в холодильнике. Я сейчас попробовала, сейчас буду ей завтракать, и вы знаете, действительно очень вкусно. Я, правда, бы сюда положила бы еще сахар, но мама говорит, что нет, надо есть так. Так что вот такие вот мама у меня теперь будет делать вкусности сама себе, потому что, ну, я не особо молочку люблю, но, вы знаете, вот, конечно, когда делаешь сам, это получается вкуснее. Ты как бы душу вкладываешь в это, свою любовь. В общем, получается вкуснее. Правда, я бы положила сахар. Мама мне не разрешает класть сахар. Говорит, надо кушать так, потому что так полезнее без сахара. Вот.
Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Все ссылки я оставлю вам внизу в инфобоксе. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!